колбасит не по-детски. Меня прям трясет. Всего-то навсего начинали с одного ритуала 2 часа назад. Вроде обычный иудейский ритуал. Ничего нового. Да. Блин, да как же так? Я же помню это. Вот отношение к воде интересное. Бережливое ко всем ресурсам, в общем-то. К природе. Два кристалла берешь, трешь в порошок, как соль. И слизываешь с камня. Прикольно. Я это помню. Откуда я это помню? Вот вопрос. Можно маленькие под язык, но вот то есть большие, там самое качественное в больших. Вот большие прям берешь, трешь. Кристаллы не голубые, а как натрешь, они с белым, такой голубой с белым Да, получается. да. Такой крупно, ну, Зернистый, крупнозернистый, да. крестовый, да. Такой. Ну, это хорошо, это ерунда, но откуда я помню, как язык в трубочку заворачивается от этой горечи. То, что ты одна из тех, кто приняла, и смотри, как ты это помнишь. Но я помню, Помнит что тех, нужно кого было память себя. всех женщин, которые это принимали. Вот та линия неиспорченная, которая прогнала ту испорченную, смотри. Такое Я спокойствие. просто как-то неправильно произошло там. Я не передала никому то знание от всех тех женщин. Что? Да, вспоминай, как ты получила все это? Я не передала вообще никому. Как ты можешь помнить не? Вспоминай. Все, ничего не буду говорить. Я не передала никому, я прошла, просто ушла от той вселенной, и все знание во мне осталось. Продолжения той школы нету у них. Это нужно через вот от одного до другого передавать, передавать, передавать. Это не может быть случайный человек, тот носитель знаний, а я ушла с этим знанием. Опять косяк. Потому что косяк твой второй имя. Дракона подставила с папой. Вначале тебя подставила, Меня убежала. вообще, да. Это навскидку. Потом ты Все. успокоишь, что потом, да. Уже тут на планете, ой, ё-моё. А тут на С Яндексом планете не накосячил, хорошо, ну. я с ним не косячила, он меня Катон накосячила.
А кто чем накосячила? Бедная девочка вообще умерла. Кто этим и накосячил? Ладно. Не отвлекайся. Пусть там возродится. Пусть принимает, и это же полевое явление сознания. Пусть она всю память возрождает снова, другая, которая примет. А ты вспоминай, как ты получила знания. Вот смотри, ты получил знания. Какой у тебя возраст был? Я вижу себя маленькой девочкой. Есть шанс, что маленькая девочка примет вот это. Нет. Как Я про произошло? примерно так же, как и какое-то посвящение. Есть шанс, что маленькую девочку запихнут в посвящение вот так, с этой гадостью, Нет. которая может Нет, убить. я просто вижу себя маленькой Видишь, девочкой. да? Как? Вспоминай. Вот ли я не помню, помню. Подземный какой-то ход большой. Пещера, не пещера, что-то там. И помню женщины, которые спереди меня и сзади несли факелы. Там была большая, вот большая, скажем так, ценность вода, но там большой резервуар с этой жидкостью. Нужно было мне помыться в этой жидкости. Я медленно заходила, женщины стояли возле меня, вокруг ждали. Что за жидкость? Не знаю. Это не вода была, это что-то было похоже на воду, но как маслянистое немножко или какое-то не такое. На ощупь кожа становилась очень бархатной, мягкой такой. Помню Это где-то уже ощущение. после посвящения. Это типа бассейн знаний. Это тоже определенные свойства там. Так, еще. Я просто помню, когда меня вели туда. Ритуал целый, вот ведут. Это, наверное, уже омовение перед отдыхом каким-то. Я только помню, что сознание открывается, и я вылетаю. Это уже потом были контакты с коном. Хотя нафиг они тебе-то нужны были. По отношению ко мне ты кто там? Где я там? Я тебя помню там. Имя. Нет, не имя. Не помнишь имя? Внешний вид помню. Хорошо, как выглядишь? Похож на этого Иисусика. Где я родился? Ты прилетел туда. Ты не там родился. Ты не там родился, Илья. Тебя там не было. А ты? Я не помню, чтобы я родилась.
девочкой, помню себя, ну, подросток, не знаю, 10-12 лет, может, старше, но вот внешне так. А где родилась, не знаю. Волосы дымные такие, не очень ухоженные. Ребенок такой еще. Тебя помню. Что-то, да, на этого Иисусика похож. Рассказывай все, что видишь, все, что помнишь. Тебя увидела, помню. Но это чисто женское, это не Хорошо, стоит. когда увидела, описывай. Цвет глаз. Первый раз. Война престолов, этот паренек. Вот на него тоже похож. Или на Иисусика, на этого, Все который. темненькие, да, который с меня все копирует. Да. Ротшильд. Да. Так. Да, голубые глаза. Голубые или... А у местных какие глаза? У них светящиеся голубые. Вот, а почему у меня были просто... Ты только прилетел. Так, и... Я помню момент, когда ты только выгружаешься, ты весь какое-то такое впечатление, но там не могло быть пыли, но как из пыли, из какой-то, вот ты, вот как с дороги с какой-то. Ты молодой. И ты-то где была? И я каким образом туда прибыл? Мы каким-то образом встретились. Вот каким? Смотри. Просто вот встреча где-то, ты пришел почему-то. Вот почему. На прием. Куда? Ну, не знаю, кому-то моим. Моя семья, кто мой? Папа. Один я пришел или как? Нет, не один. За тобой группа людей была. Ты видишь, запоминаешь или фантазируешь? Я не помню никого. Я на тебя только смотрела. Хорошо. Это мой отец был? Имена помнишь какие-нибудь? Нет. Кто-то был Итан, вот это имя помню. Но кто это был, я не знаю, кто был Итаном. Нет, ты один зашел, двери высокие, большие. Ты один идешь, просто один идешь, идешь. Шаги иголки. И я вижу, я стою вот здесь. По центру стоит мужчина, мой отец. Если он мой отец. Почему-то я его так воспринимаю. Вот он в центре, вот тут я сбоку. Там еще какая-то женщина стоит. И ты заходишь длинный такой, как проход. Он ждет тебя. У вас какие-то переговоры должны быть. Или разговор какой-то важный. Он высокопоставленный достаточно кто-то. И ты, вот вы встречаетесь. Что-то вам нужно. Не знаю. Мятеж. Не знаю. Не буду фантазировать. Не слышу. Я не знаю уже ничего. И это как полуофициальный прием. Тайный прием. Тайный больше идет. Вы должны Да. встретиться. Да. Твои имени помнишь, да? Пока нет. Хорошо.
тут какие-то странные, но я не уверена, что это мои. Вот Итан, Сусанна, что-то вот такое как-то, но я не уверена, что это как-то хотя бы ко мне или к тебе привязано. Имена не помню. Не помню, нет. Хорошо. Хорошо. Я должна была тебя встретить там. Да? Это было как предзнаменование какое-то. И про это я знала, что однажды я тебя встречу. Потому что я тебя как увидела, я чуть не упала. У меня сердце забилось просто сумасшедшее. Я поняла, что это ты. Вот то, что должно было быть. Потому что я знала, что мы должны там встретиться. То есть мы на разных планетах, да? Какое-то время, да. Но я тебя там знала, что ты там будешь. Или ты откуда-то, я не пойму, Илья. Мне кажется, ты откуда-то прилетел. Так, а смотри, что дальше было. А дальше я пропала. Как обычно. Ну ты пропала, ладно, смотри, память-то потом была. Ты ж потом всплыла, наверное. Не уверена, но, наверное. Смотри, что дальше было. А дальше я не понимаю, почему-то я уже не в платье, а в комбинезоне, и мы где-то уже, вот как рука за руку, вот где-то мы что-то делаем. Это, ну, не то, что отношения близкие, а как товарищество, Что за соратничество. комбинезон? Не знаю, такой какой-то серебристый. А зачем этот комбинезон? Ну, потому что в платье это ходить по тем... Не знаю, вот какая-то картинка такая идет. Почувствие какой? Что еще делает комбинезон? Летает. Еще. Удерживает. Что? Защищает. Что? Создает. Что-то покалывало. Не знаю, тело покалывает что-то. Почему? Повсюду. Почему? Может, колючая ткань. Давай без фантазий. Поле какое-то было, его нужно было поддерживать. Как, чем? Оно было на ритмах, на сердечных. Нельзя было нервничать. Я, блин, нервничала постоянно, меня пробивало. Так. А почему нервничать нельзя, смотри? Блин, ну потому что там под ритм сердца что-то, я не знаю, какое-то поле, которое под ритм сердца должно было Так, подстраиваться. А у да. меня, я только гляну, бам-бам-бам, и меня ту-ду-ду-ду-ду-ду. Еще. Комбинезон еще. Но он специально был так сделанный, чтобы не очень. Я не знаю, он какой-то терморегуляция мне идет. Но какая там терморегуляция, обратно же не знаю. Ни холодно, ни жарко, Все вот такое что-то. верно. Так, а почему, благодаря чему регулировал, как действовал? Ну, понимаю, технические вопросы не твои, но тем не менее. Там какое-то устройство было, как в ткани вшито. Там как разные слои, вот сверху и подкладка, только он тонкий такой был, и между ним что-то, как какие-то дать, нет, ну что-то было. И это и измеряло и пульс, и давление измеряло, еще что-то делало. Оно как и медицинская какая-то фигня была, и в то же время еще как-то за какими-то жизненными процессами, не знаю, за какими следила. А еще что делал? Кроме того, что красивый был. Ну да. Почему-то его не снимали. Ходили в нем, как только и ходили в нем, и не переодевались. Он не вымазывался. Почему и кололся иногда. И не вонял. Ну это Ну, пота не было, да, не запаха? сильно, да.
Он забирал весь пот, питал терморегуляция и... А теперь с ритмом смотри, почему. Как летали, на чем, почему. Ну, я не знаю, я знаю, что у меня, если сердце бахкало сильно, то тогда оно меня кололо. Это точно знаю. Да. Потому что помню, так как иголочки по всему телу. А зачем нужно было успокаиваться-то? Он как-то поддерживал жизненные функции. Он как аптечка был, что ли? Не знаю. И Вот аптечка это... тоже. Поддерживал мышцы как-то. Не знаю, что он делал. Смотри, я император. Вспоминай. Ты император? Нет, я и император. Это одно и то же, либо разное, смотри. Вы боролись. Как? Но вы по разные стороны были. Почему? Не знаю. Может, имя императора? Нет, или имена вообще Хорошо, ну не да, там одна другой едет. уровень восприятия. Хорошо, на Да. уровне. Что надо было императору? Надеюсь, не меня. Давай без женского этого. Писькоцентризма. Все о тебе. Я же пошутила, Я Илья. понял, я тоже почти. Смотри. Блин, чувствую, вспоминай. Почему-то ты у него хотел власть забрать. И мой отец должен был тебе помочь. Кто твой отец? Да фиг его знает. Кто-то высокопоставленный, но не дворянин, но кто-то какой-то там, как забыла это слово. Блин, вот в голове звучит оно просто. Блин, но не помню. Хорошо. Отвечает за какой-то сектор, за что-то. А вот почему я пролетел и забираю власть, а почему на этой планете? Вот к тебе такой замухрышки, немытые там все немытые. Вот зачем? И как можно на этой планете Почему ты забрать власть? говоришь, что я Я замухрышка? любя. Ну, смотри, посмотри сама. Нормально я выглядела. Воды. Да прекрасно, вообще самое красивое. И все. Но у императора-то... Там же были другие планеты у императора? Или это император этой планеты был? Нет, это был какой-то альянс. Какой? Не знаю, какой-то просто... Ты спросила и ответила, не думая. Теперь нужно думать, чтобы сказать, какой А альянс. кто на планете главный? Может, мой отец, не знаю. Может, кто-то еще. Вспоминай, без Нет, фантазии. какая-то плохая личность. Какая? Мой отец с ним как в контракт был. Так, почему плохая А личность на там планете нет? делили, планета была очень важная. Почему важная? А там эти жили, дураки, что под землей бегали. Вагоны. Вагоны, да. Вагонетки эти, А которые под почему они землей такие бегали. важны? Это какой-то природный ресурс, как золото на других планетах. Так, а почему? Ну, наркотик и наркотик, ну, казалось бы. Смотришь, как его использовали, кто? Ты знала об этом, ну, не могла не знать. Для чего еще? Кристаллы нужны и кому? Что-то на них двигалось. Что?
Что-то на них двигалось. Что? Как сердце корабля какого-то. Не знаю. Что было сердцем корабля? Смотри. Какой-то реактор. Смотри какой. Ну, понятно. А вот почему? Зачем кристаллы этому реактору? Это топливо. Так, и дальше что? Корабль летает. А как и куда? Между планетами. Угу. Каким образом, смотри. Пространство как-то раздвигает оттуда и Так, туда. кто? Как? На этом топливе могли корабли разгоняться и выходить, как коридоры какие-то там и там. Отсюда, с этой точки, сразу сюда, так как человеческое сознание могло перемещаться под действием этого наркотика, так как-то и корабли перемещались, как коридоры какие-то выстраивались. Смотри дальше, да. Вспоминай. Что? Ты все правильно вспомнила. Как процесс происходил? Ты хоть не записываешь? Записываю. Подстава. Это нельзя. Мы так столько всего интересного просрали, не записали, что это надо. Нет, то, что не надо, я не записывал, а вот Хорошо. это интересно. Это классно. Он как-то приводился в действие, этот кристалл. Он вставал не просто голубым, а светился как-то, и корабль тут, и сразу там где-то. А вот как это происходило? Блин, вот технически это вообще не мое. Угу. Чем-то закрывалось сверху, тюк, повернулось, и там оно ту-ту-ту-ту вставало таким голубым и Вот светящимся. где, смотри. Сфера какая-то круглая. Где она, смотри. Кристалл сам это делал, просчитывал маршруты или что? Нет, кристалл не сам просчитывал маршруты, он только тем топливом был, который, ну, позволял Вот из одной точки в другую куда его переместиться. засовывали, это топливо? Сейчас посмотрю, потому что не помню. Но это не катапульта, но что-то, что перемещало корабль. А и что? Как опиши корабль. Форма, размер. Не слишком большие. Это не слишком, это какие? Ну, несколько человек спокойно там передвигалось. Я помню, были такие, как, ну, не то что катера, но, может, 6-8 человек вот такие. Были более Это большие, не как. наземные, а вот которые вне планеты, смотри. Те, которые с кристалл. Маленькие. Как капсулы. Тут их бросают, там они садятся и все. Да, замечательно. Пространство. Размер капсул. Да небольшой какой-то. Пространство раздвигается и как коридор, по какому-то коридору, как по норе, по какому-то, как по туннелю. Просто Да, движешься, да, да, ничего да, с да. одной стороны и с другой не видишь. Просто темное А мерцающее вот кто не пространство. видит, вот кто? Это что, прозрачные у них эти? Вот что ты сейчас смотришь? Вот если сидишь там в капсуле, там Вот спереди кто вот так там сидит? открыто. Ну, кто летит, тот и сидит, наверное. Давай без догадок. Хорошо.
Но я помню, когда смотришь перед тобой вот Ты такой летала. экран. Не знаю, я просто помню, смотришь вот такой панорамный экран вокруг тебя, он не очень большой, как несколько человек всего может поместиться, и просто движешься, сумасшедшая скорость, непонятно, ничего не Да. видно, все мелькает до такой степени, и вот такое только свечение, ту-ту-ту-ту-ту, и ты держишься, не очень хорошо себя там чувствовать. Это не трусит, это не трясет, но вот эти перегрузки, это просто кошмарится, это тошнит, выворачивает всего. Пока Кто туда, это а так там видит? что-то Это ловит. все. Не поняла. Еще Наверное, раз тут корабль и размер. капсула. Капсула. В капсуле кто? Не понимаю, на как катапультой отправляется с одного до другого, а кто в капсуле? Кто в капсуле, что вокруг капсулы, смотри. Вокруг капсулы туннель какой-то, или просто силовое что-то раздвигается, как ведет тебя. Ты можешь лететь только с одной точки в другую сторону, тебя никуда не отбросит. Выставляется какая-то траектория, именно по ней ты движешься. Хорошо. Еще раз, вокруг капсулы. Только капсула перемещалась, либо что-то вокруг нее. Пространство какое-то вокруг нее Смотри, что за перемещалось. пространство вокруг нее. Это похоже на, знаешь, как вот у нас в этом квантовый прыжок какой-то с одной точки в другую вместе совсем. Чем совсем? Ну, с кораблем и с тем, что вот Вот. капсула это как. Вот, смотри, корабль какой. Не капсула, а корабль. Форму, в смысле смотреть. И размер. Не знаю, что-то тоже такое, как капля. Размер. Нет, я не вижу Ну размера. ладно. Я сейчас начну выдумывать. Я Да, вот не все, помню. ладно. Не хочу выдумывать. Возвращаясь к Земле. Что дальше было? Вот ты впервые увидела меня. Дальше что? Ну, вот увидела тебя. Ты начал с ним разговаривать, с тем, который мой отец с ним начал разговаривать. О чем помнишь? Нет, меня в сторону оттерли. Я там какую-то роль выполнила, типа постоять, поулыбаться, и меня оттерли в сторону. Хлеб-соль, типа, да. Так. Вот что-то такое. Классно. Да что ж тут классного, выгнали, взяли девочку. Ну да. Идти женскими делами занимайся. Дальше что было? Отец сказал, что будет война. Почему? Я так поняла, за этот ресурс кто-то должен был воевать. Это же Зачем? была одна планета, которая такое делала. На других планетах такого не было. Три перед тем были погибшие уже с таким же. Помнишь, почему погибли, не? Полностью исчерпали. И говорили, что и там будут исчерпывать, если захватит обратно, если возьмет власть тот, кого пришлет император, они его исчерпают очень быстро, и планета погибнет. Как-то эти животные входили в экосистему планеты, то есть нужно было что-то брать, что-то оставлять, что-то брать, что-то оставлять. А они как должны были полностью все убрать, убрать, убрать. Ну, типа для них бы хватило, что это бы погибло, это им пофигу было. Вот такое что-то идет, Илья. Да? Они да, это сознательно. Император, смотри, под чьим влиянием был.
Ну, говорили, что есть королева. Какая? На уровне той девочки. Вот первый выход в пространство, тогда я уже знала, какая королева. А до этого я просто слышала, что королева. Через Бени Гессерит, да, чтобы прекратить все коммуникации межзвездные, чтобы все рухнуло и чтобы не было сопротивления приходу Роя. Цель была вот этот вот способ коммуникации, прыжков убрать. И те три убили, и вот это осталось последней планетки. Так и было, да? Ага. Я помню, что вот выходила, потом я уже. Потом, да. Блин, капец. Смотри, Дарич, как война шла. Какая? Кто как воевал? У меня сейчас куча иголок в мозгах просто. Колет, 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 колет. Столько контактов, столько людей. Столько смертей. Но смерти хорошие. В смысле, воины знали, на что шли, умирали, и что после смерти они получат. Хороший пинок в развитии. От Кона, от меня. Не всем заплатил еще. Там финки есть? Посылай. К воинам пустыни. Привет от ушедшей. Безвременно. Там эти вагоны еще живы, подземные. Лет что да. Хорошо. И намного меньше людей стало. Позволяют восстановиться экосистеме. Да, как запустение какое-то там. Блин. Реально это с картинкой. Принимай всю ту инфу. Смотри, а теперь описывай. Вот подключилась к каналу. Смотри, к этому жгуту серебряному. Как корабли летали? Да, сейчас, или минуточку. Прости. Сначала о себе, моя инфа. Колбас. Нет, ну просто колбасит немножко. Да, меня тоже. Рассказывай. Все, что идет. Ай, хорошо. В смысле, пипец. Смысле, пипец, как хорошо, блин. Мотыляет не по-детски. Фу, аж слезки.
Маленькой девочкой себя вижу, просто побольше себя вижу. Совсем маленькой, лет 5, наверное, вижу себя. Дальше, дальше, дальше. Отца вижу. Меня позвоночник переворачивает, скручивает. Купола эти вижу. Да. Вот эти деревья вижу, суккуленты такие большие. Как они между собой расположены, вижу. Там этот один купол был как крепость, то есть там и какая-то охрана была, и защита, и воины, и люди, и все в одном куполе жили. Угу. Смотри, что за купол. Чей? Ты Не в знаю. нем жила? Внутри купола, говорят, вот в куполе. Ты в нем жила? Он накрывал весь город или что-то, вот он накрывал этот купол. Да, как город какой-то купол накрывал. Там были поселения такие на планете, как оазис, ты понимаешь, все полностью как выжжено было, а там как климат-контроль такой был, это было куполом накрыто, а потом через сколько-то там, ну вот через какое-то расстояние обратно-обратно такой купол. Вот там еще где-то еще, ну вот полностью люди так жили, они не жили на открытом помещении на планете. Где-то там, может, и жили какие-то, их как-то по-другому называли, но не знаю, но я таких не помню. Говорили, что есть еще кто-то, но не знаю кто. Не помню я вот этого. Я к ним, наверное, никак. Не помню. То есть это была одна цивилизация, по-моему. Или я не помню, честно. Кто-то выходил из-под купола, кто-то заходил под купол. Что это был за купол, не знаю. Вот название просто идет и все. Какое название? Под купол, купол. А. Вот именно определение. Смотри, купалась где? Купалась? А там сухим паром каким-то купался. Нет, начала говорить, что омовение было. А, да, было омовение. Это вниз как спускаешься немножко. Там как, я не знаю, пещера, только она выложена так камнем была. Ну, не искусственная, не натуральная пещера, а искусственная. И там ступеньки вот так вниз шли. Люди шли за мной, девочки, женщины. И передо мной они с факелами, но не потому что темно, а потому что это как ритуал какой-то был. Не потому что нужно было там именно, не было освещения другого. Ритуал такой большой какой-то, как, не знаю, ну, не бассейн, что-то вот, ну, не ванна однозначно, бассейн такой. И жидкость такая немножечко маслянистая была. И когда опускаешься в нее, как кожа мягкая такая. А потом что? Где это было? Почему не в куполе? Или в куполе? Не знаю. Урывками так вижу только Илья. Вот это вот, когда иду, вижу. Купол сам вижу. Знаю, что под куполом там люди живут. Иначе нигде не живут. А больше, ну, нету такой связанной еще информации обо всем. Канат этот, да, ну что-то могу считать, что-то не подгружается еще информация. Сама закрыла, да. Канат только для тех, кто там местные. Ну, ты же была местной. Поднырни. Была. Поднырни. Что именно посмотреть? Корабли круглые, как сфера. Да. Увидела. А
размер? Большой. Просто вижу большие круглые, как сфера. Где они летают, как? Они даже не летают, они как-то перемещаются из одной точки в другую точку и Как все. перемещается? Насколько большой? Нет, я просто его вижу со стороны, я не могу сказать. Я просто вижу, что круглый. Вот как Сфера. перемещается? Что для этого надо? Обратно идет просто знание, что это было какое-то катапульта. Его как оттягивали и запускали в какое-то пространство. Да, кристаллы. Для этого зачем нужны? Но они как топливо. Так как на человека они действовали, раздвигали пространство. И также и как топливо они действовали, раздвигали пространство. Это был способ коммуникации между многими планетами. Это была довольно развитая цивилизация на каждой планете. Там это был какой-то альянс, насколько я понимаю сейчас. Насколько я вспоминаю сейчас. Тот, кого ты говоришь, император, его как-то по-другому называли. Какое-то слово на букву «Д» было. Как его называли официально, скажем так. Не могу вспомнить как. Слово короткое какое-то. 5 букв, ну вот такое какое-то объемное. Еще кого как, ну, слова какие-то. Язык мало. Нет, слов не помню никаких. Вспоминай перерыв.